Говорим с вами об этом сейчас. Вот давайте представим, что у вас есть даже 100 тысяч рублей начального депозита. Арбитраж – это та сфера деятельности, которая позволяет нам сейчас зарабатывать каждый день, за исключением тех дней, когда вы, например, не работаете. Но это факт. Вы каждый день можете получать хотя бы какую-то прибыль. Я не говорю вам, что каждый день вы будете делать там 2% к вашему депозиту, даже 1%, но 0,2%, 0,3%, понимаете, 0,5% вы каждый день можете делать, если вы будете работать. И вот это меняет вообще все. Вот это просто превращает это в легальный печатный станок. И сейчас вы в этом убедитесь. Вы дальше из обучения узнаете различные связки в течение всего этого времени, когда вы сейчас окунетесь в арбитраж, все, обратного пути нет. Вы будете постоянно искать спред. Это я вот по себе могу сказать, да, вы будете находиться постоянно в поисках спреда. В обучении вы получите разные связки, быстрее, с меньшим спредом, те, которые, например, более ликвидные, там, моментально могут заполниться, на большие объемы, международные связки, более сложные, чуть попроще, с наличными, без наличных. Сейчас речь не об этом. Просто вот самый мега простой пример. Вы узнаете дальше из обучения. Покупаете прямо сейчас USDT за Тинькофф. То есть вы просто встаете вот сюда своим объявлением по 63.56. По 63.56 за 1 USDT вы можете купить доллары. В табличке спреда мы напишем 63.56. Когда вы выставляетесь лимитным ордером на бирже Binance, о чем вы узнаете чуть позже, мы платим комиссию 0,1%. И дальше, например, самая простая связка, в которой всегда просто десятки, сотни миллионов рублей ликвидности есть, да, Binance Garantex. Вы можете прям потом встать лимитным ордером, продать ее, эти же USDT, вы на Binance купили по 63.56, на Garantex продали по 63.85. Тоже с комиссией 0,1%. Почему 0,1, а не 0,15, узнаете тоже чуть позже. И вот ваша прибыль. 0,26%. Друзья, один круг, вы его можете сделать за полчаса. Даже за 10 минут. То есть, понимаете, 0,26% вы сейчас на связке Binance Garantex можете сделать реально за полчаса вашей работы. В день вы можете делать, пожалуйста, сейчас есть спред там, 1%, 1.5%, 2%. Вот сколько вы раз ваши 100 тысяч рублей прокрутите, столько у вас и будет процентов. 0,26 умножьте на 5, будет там 1,25% у вас спред. Каждый день. С небольшими поправками, но каждый день. Тот, кто работает, будет получать доходность каждый день. Соответственно, вот смотрите, друзья. Даже если мы с вами возьмем не 1% в день в течение 365 дней. Вот если вы будете, представьте, вы уходите в арбитражный марафон. Ладно, даже не будем мы загадывать на год вперед. Хотя бы загадаем на полгода вперед, на 180 дней. С депозита в 100 тысяч рублей, да, вот 180 дней период, 1% в день, это доходность за один период. Вы за полгода со 100 тысяч рублей в итоге сделаете 600 тысяч рублей. Друзья, вот это, ну, абсолютный шок для тех, кто не понимает, как работает сложный процент, да. Эйнштейн говорил, что сложный процент – восьмое чудо света. Кто понимает, как он работает, зарабатывает. Кто не понимает, платит. Соответственно, почему сложный процент работает таким образом? Потому что вы 100 тысяч рублей, прибыль 1%, вы получили за сутки 1000 рублей. И вот сейчас обычно арбитражники спускают эти деньги на кофе, на там... А представьте, если, допустим, 1 000 000 рублей, 10 тысяч рублей прибыль. Они пошли, потратили, прогуляли, кальянчик покурили, там... Купили себе сумочку какую-нибудь, да, там, Louis Vuitton, чтобы все знали, что есть кэш. Если вы скажете себе, друзья, если вы скажете себе, я не трогаю свой оборотный капитал, это мой неприкосновенный рабочий инструмент, это то, что позволяет мне зарабатывать, это мои деньги для оборотки, не для хотелок, не для чего-то. Вы можете арбитражом заниматься, там, как дополнительная работа, как дополнительный источник дохода, но если вы будете... Допустим, со 100 тысяч рублей тратить вашу прибыль, вы никогда не включите сложный процент. И вы никогда за полгода не сделаете 6 иксов. Вы не сделаете со 100 тысяч 600 тысяч. И за полгода вы не получите эти космические доходности. Вы понимаете, за полгода сделать 6 иксов, такого даже в инвестициях нет, такого даже, может быть, в IDO нет. Это просто безумие. Это сойти с ума. Какие вообще цифры, о которых мы сейчас с вами говорим. Понимаете? И это возможно исключительно благодаря сложному проценту. Не каждый арбитражник вам это скажет. Потому что не у каждого арбитражника такая логика. Если вы не будете тратить вот вашу оборотку, пожалуйста, если какие-то есть расходы, оплачивайте из других денег, оплачивайте из каких-нибудь расходных денег, из ваших личных денег. Но оборотку не трогайте. Как только вытащили из оборотки вашу прибыль, у вас стало меньше оборотки, и вы стали опять меньше зарабатывать за счет сложного процента. Подумайте об этом. Если вы вытащите, например, вы из 100 тысяч рублей, например, через 3 месяца, когда у вас 100 тысяч превратится в 250, вы взяли и вытащили 150 тысяч прибыли вашей, и вы просто обнулились. Вы опять начали работать со 100 тысяч. Вы уже не будете продолжать крутить большую оборотку и зарабатывать каждый день больше денег за счет сложного процента. Как это работает? 100 тысяч рублей, 1% в день, прибыль 1000. На следующий день, баланс на начало следующего дня, у вас уже 101 тысяча, вы зарабатываете уже не 1000, а 1010. И уже к 10 дню, у вас оборотка будет не 100 тысяч рублей, а 110 тысяч рублей. И вы будете зарабатывать уже не 1000 с круга,
ну, с вашего доходности, с вашей доходности в 1%, а будете зарабатывать уже 1100. И с каждым днем вы будете увеличивать ваш оборотный капитал. И с каждым днем вы будете увеличивать вашу прибыль все больше и больше и больше. А для арбитража, вот для Binance, посмотрите, прокрутить ордер там 5000 рублей или прокрутить ордер 800 тысяч рублей, разницы вообще никакой нет. Вы должны понимать, что настолько большая ликвидность в Binance или в Garantex, посмотрите, здесь просто 9 миллионов рублей, 10 миллионов рублей, 500 тысяч, 11 тысяч, 11 миллионов, 14 миллионов. Тут сотни миллионов рублей прокручиваются каждый день. Сотни миллионов. И для вас, для человека, который работает небольшим оборотным капиталом, прокручивать 100 тысяч рублей в день или 200 тысяч, или даже 400 тысяч, или даже 500 тысяч, разницы никакой нет. Вы с каждым днем будете увеличивать ваш оборотный капитал. И понимаете, что уже к четвертому месяцу, к пятому месяцу вы каждый день будете работать не соткой, а будете работать полумиллионами рублями. У вас будет полмиллиона рублей через 5 месяцев в вашем оборотном капитале, и вы с этих пор будете зарабатывать сложным процентом уже по 5000 рублей каждый день. И так вы можете увеличиваться, ну, пока вы просто не превратите все это в максимально какой-то системный арбитражный бизнес. Друзья, просто еще раз, для наглядности, чтобы вы понимали, о какой разнице идет речь. Вот если бы этого урока по сложному проценту не было, если бы вы об этом не подумали, если бы вы об этом не знали, если бы вы вытаскивали деньги из своей оборотки, если бы вы работали, как все работают, вы бы вот, есть у вас 500 тысяч рублей, 500 тысяч рублей, и вы, допустим, каждый день в среднем будете делать по 0,5% на протяжении года. 500 тысяч рублей каждый день по 0,5%. Вы каждый день 2,5 тысячи зарабатываете. Вот если бы вы на протяжении года зарабатывали бы каждый день по 2,5 тысячи, вот 2,5 тысячи каждый день в течение года, вы бы заработали 912 тысяч рублей чистой прибыли. То есть у вас каждый день 2500 чистой прибыли. Вы бы заработали 912 тысяч 500 рублей чистой прибыли. То есть к депозиту в 500 тысяч рублей вы бы сделали 182% чистой прибыли. А если вы не будете вытаскивать деньги из вашей оборотки и будете увеличивать, да, увеличивать ваш депозит, увеличивать ваш оборотный капитал, и вы будете работать сложным процентом, то за этот же год ваши 500 тысяч рублей сложным процентом по 0,5% в день в конце станут 3 миллионами. То есть вы сделаете 6 иксов к вашему депозиту. Но опять же, да, если мы вычтем 500 тысяч начального депозита и посчитаем только чистую прибыль, то чистой прибыли у вас будет 2,5 миллиона рублей. То есть ровно в 3 раза больше денег. Ровно в 3 раза больше денег. А если вы умудритесь, в течение года делать каждый день 1%, друзья, то у вас будет 18 миллионов рублей. Понятное дело, что здесь уже, конечно же, включается такая вещь, как сложность прокручивания большего количества денег. Потому что разница крутить, например, 500 тысяч рублей или, например, в конце там 7-8 месяца крутить 500 тысяч рублей или 5 миллионов рублей, здесь нужно больше людей, больше команда, разделение обязанностей, уже построение полноценного арбитражного отдела, уже подключение других инструментов, например, таких как международные связки, да, распределение бюджета между разными биржами потенциально. И то, на самом деле, 5 миллионов рублей – это крайне мало даже для того же самого Binance. По сути, просто будет то же самое, только большее количество ордеров. В принципе, даже вы один уже, когда вот к этому времени ваша набитая арбитражная рука будет настолько быстро работать с ордерами, у вас уже будет мерчант. Вы уже будете, на совершенно другом уровне, с которого вы начинали. 5 миллионов оборотки для P2P даже – это смешные деньги. Это очень мало. Поэтому, по сути, разница между там 500 тысяч рублей или 5 миллионов рублей, она незначительная, просто у вас будет чуть больше людей в команде, например, там 2-3 человека или там ваши помощники, и больший объем ордеров, работы, налички, контроля и все. По сути, будет то же самое. Вот там 500 тысяч рублей или 50 миллионов рублей, да, это уже серьезное увеличение. Но если вы сможете одинаково крутить что 500 тысяч рублей, что 5 миллионов рублей, то к концу периода года у вас будет 18 миллионов к депозиту в 500. Это 3600% чистой прибыли, то есть x36. Вот это просто, чтобы вы понимали разницу, что такое легкий процент, легкий, легкомысленный, обычный процент. И что такое сложный процент 0,5%, и что такое сложный процент 1% каждый день. Насколько в среднем даже минимальное увеличение между там 0,5 или 0,6 ежедневно играет роль. Это просто в разы увеличивает вашу прибыльность и увеличивает скорость накопления набора вашего депозита. Соответственно, первое правило, которое я хочу привить вам с самого начала, не трогать оборотку, ни в коем случае ничего не вытаскивать. Если какие-то есть расходы, платите из других денег. Таким образом, вы всегда будете увеличиваться каждый раз, и со временем
Со временем вы как посеете это зернышко, если вы не вытащите 50 тысяч рублей расходы из вашей прибыли оборотки, со временем, а ждать придется недолго, буквально через несколько месяцев, эти 50 тысяч, которые вы не вытащили отсюда, не забрали, не вырвали отсюда, превратятся вам в ежедневные там просто 5 тысяч рублей. Ежедневные. 5 тысяч плюс, 5 тысяч плюс, 5 тысяч плюс, 5 тысяч плюс. Потому что вы не обнулились. Вот, это крайне важный момент, который я хотел вам сказать. А теперь, допустим, вы скажете мне, ну 1%, ты что, можешь гарантировать мне, что реально я буду 1% в день всегда зарабатывать? Нет, я не могу такого гарантировать. Откуда я знаю? Может быть, не будет спреда на там Binance завтра, будет, например, на другой бирже. Или, например, спред уменьшится. Неважно, что произойдет. Но я сказал, что вы каждый день можете зарабатывать. Это точно, 100%. Потому что каждый день есть рынок. Каждый день кто-то покупает и продает доллары. Каждый день кто-то покупает, продает биткоин. Кто-то покупает, продает эфир. Каждый день вы свой спред, хотя бы кусок, хотя бы какой-то небольшой процент точно заработаете. И даже если у вас сегодня нет настроения работать, и вы хотите просто прокрутить один, вот просто один кружок, взяли и соточку прогнали один раз. Вот со 100 тысяч вы заработали даже 260 рублей. Кажется, что мало. Нет, если вы это сделали каждый день и не поленились, вот даже, возьмем теперь 365 дней, возьмем год, 100 рублей, 100 тысяч рублей, каждый день по 0,26%, это все равно 100, это 250% доходности. То есть вы сделаете 2,5 икса, 150 тысяч чистой прибыли к вашему депозиту. А теперь давайте поговорим с вами максимально серьезно. Знаете, даже процент в день уже кажется мало. Насколько наша психология хочет быстрых денег? Насколько мы хотим все и сразу? Насколько вот даже в арбитраже, где мы знаем, что проценты небольшие, но они регулярно есть, и нужно оборачивать, несколько делать кругов постоянно, да? Если вы выдохнете, если вы скажете, дай времени сотворить чудо. Я буду работать, я даю себе год, я не знаю, даю себе там полгода работать каждый день зарабатывать. И пусть вот даже небольшие проценты, но каждый день я все равно буду делать. Вот даже при таком случае за год, даже один кружок в день 0,26%. Вы со 100 тысяч, там, давайте, ладно, возьмем 500 тысяч, чтобы было нагляднее. Вы с 500 тысяч рублей сделаете 1 200 000. Понимаете, да, 700 тысяч, 780 тысяч чистой прибыли. То есть те же самые, да, 150% примерно, 150% чистой прибыли. Что в мире может еще вам предложить такую доходность? Мы все хотим 100 иксов, я понимаю, мы все хотим 10 иксов, мы хотим завтра на арбитраже стать мультимиллионерами за один круг. Но вы должны быть взрослыми людьми, вы должны сказать себе, так не бывает. 150% чистой прибыли, да, 250%. С 500 тысяч сделать просто x2,5. Вот с 500 тысяч сделать 2,5 икса, что еще в мире может сделать такую доходность? Люди выстраивают бизнесы между странами, нанимают сотни сотрудников, тысячи, просто там ебеда. Доходы, расходы, декларации, налоги, отчетности, зарплаты. Безумие, там поставки, логистика, отгрузки, погрузки. Да, ну, мульти, там транснациональные корпорации выстраивают ради там 10-15% чистой прибыли в год. Депозиты в банках дают там 3-4% годовых. Криптовалюта, биткоин, эфир дают, я не знаю, там... Супер бычий рынок, там 5-6 иксов в среднем, да, там, допустим, возьмем там биткоин эфир, какие-то монеты, да, стреляют 100 иксов, какие-то обнуляются полностью. Арбитражный бизнес без рисков. Здесь невозможно потерять деньги, если ты не делаешь глупостей в формате не туда отправил или еще что-то. Это практически безрисковое занятие. Ты просто берешь, оборачиваешь там с банка на банк или с платежки на платежку деньги, и все, они принадлежат тебе. Если их заблокировали, ты их можешь вывести, их никто не может конфисковать, ты их отправил, получил. У тебя цикл сделки максимально быстрый, 10 минут, полчаса, ты не держишь монеты годами, месяцами, у тебя нет волатильности, P2P-шный стакан не волатильный, в отличие там, от фьючерсов или трейдинга. Здесь, ну, ты не можешь потерять деньги, ты можешь закрыться, закрыть позицию в ноль, ты можешь там минус там 0,1% сделать, если ты, например, там биткоин торгуешь и там цена пошла против тебя. Но если ты торгуешь даже там тот же самый USDT, ты не можешь потерять деньги, не можешь обнулиться. Это вот, но ты можешь каждый день зарабатывать. И, соответственно, мой вопрос. Годовые доходности в реальном мире у людей, которые не вкусили вот прелести работы с криптовалютами, которые просто не прозрели, не понимают вообще, на чем мы здесь зарабатываем, что за арбитраж. Да, вот большинство из вас, наверное, вот даже это видео уже там просто открыло глаза. Вы сейчас, может быть, кто-то просто шокирован абсолютно и не понимает вообще, как это работает вот таким образом. Понимаете?
Что еще может в мире предложить 100-150% годовых? Да ничего. Если мы уменьшим немножко наши ожидания и не будем там каждый день 1% сразу, за один круг, меньше я не буду работать, только 1%. Это что за связка такая, где меньше процента? Если мы не будем вот избалованными людьми, если мы будем даже понимать вот этот простой принцип, что даже там четверть процента за круг каждый день в течение года всего лишь, я не говорю 10 лет работать, даже там 5 лет работать, люди бизнесы выстраивают убыточные, которые просто там годами убытки, чтобы потом когда-то выйти там в ноль, открывать маникюрные салоны, какие-то ритейлы, один магазин одежды, вкладывают просто миллионы, чтобы потом через 5 лет получить прибыль. Мы получаем прибыль с первого дня, с первого, мать его, дня, с первого. И если мы сможем всего лишь год, каждый день по чуть-чуть зарабатывать, вы однозначно заработаете там 200% к депозиту, 500% к депозиту. Вы это сделаете, если вы дадите себе время и будете методичны. Методичны, последовательны, спокойны и заряжены на работу. Вот это самое главное. Поэтому, друзья, надеюсь, это видео мотивировало, математически мотивировало вас заниматься арбитражом еще больше, однозначно включить сложный процент, не вытаскивать деньги из оборотки, набраться терпения, работать каждый день, не лениться, и вот эти даже 0,26% вы, если сможете в среднем увеличить, а я вам показал, да, это полчаса работы, чтобы сделать 0,26. Если вы будете работать больше, если вы сможете еще там заниматься международным арбитражом, наладить P2P арбитраж, наладить международный арбитраж, если вы сможете делать в день процент регулярно каждый день, вы заработаете столько денег, что вы просто офигеете. Вот, друзья, я желаю каждому из вас максимального процветания, чтобы информация, которую вы получите в этом обучении, реально помогла вам что-то изменить в вашей жизни к лучшему, и чтобы вы были максимально удовлетворены.